Привет всем. Сегодня приехали на речку. Холодно уже. Сегодня с Ваней. И с дядей Витей. Сейчас Ваня развернется. Ёбка какая-то. Приехали мы за Горбунова, за Павловку, за Елизаветинку. Будем пробовать на щуку. Будем пробовать и на балансир, и на спиннинг, на твистер. Дядь Вить. Всем привет. Что скажешь? Пожелайте нам удачи. Погода отличная. Ауры. Хорошего, пойдет. Вот такая тут река. Будем искать глубину. Я сегодня вообще камеру брать не хотел. Еще непонятно, лист утонул или нет, вообще будет нет толк. Ну, выходной день надо как-то использовать. Говорят, тут недавно сети ставили. В основном налим да подвесь. Щуки мало. Ну ладно. Вот Ванина Ривьера 340. Мотор, ведерок 8. Приехали испытать мотор. Дядя Витя сделал ему капиталку. Сломал уже нахуй. Ух ты, киль глопнул. Да ладно. Ничего, поди. Ваня сказал, чтобы мы это сам дернул. Главное мотор. Сейчас испытаем. Угу. Это он 6, да, литров? А? Объем. 8? Ну сейчас рванете мне. Пулей. А, потом включусь, когда мотор. Вот. Завели мотор с первого раза. Ветерок. Сейчас посмотрим его в деле. А я без мотора. Мне и так хорошо. Нормально. Алёшу бросили здесь одного. Да. Свернуться поди. Ладно, погребу на веслах. Вернулись. Сейчас поедем. Так, берем. О, у меня она боком. Ладно, я в руках подержу. Веревку в руках сейчас возьму. Переверну. Сейчас. Ну, потихоньку плывем. Что мне так? Разворачивай. Стой.
Что меня так развернуло-то? Короче, думал, камеру не буду включать. Но тут начал поклевывать окунек. Ну, окунек такой неплохой. Неплохой окунишка. И сейчас сошла щука. Такая по 2 килограмма примерно. Берет чисто на балансир. Вот на такой балансирчик зелененький. Сейчас камеру прицеплю. Сейчас щука ушла, сейчас навряд ли будет окна клевать. Надо будет подождать. Ну вот как-то так. Интересно. Так вот. В другое место переплыл. Тут место другое. Приплываешь сразу. Поклевка. А потом сидишь. И нифига. Бывает. Клюнет. А что это? Вот. Сейчас посмотрим. Как-то окунь рыба стайная. А в том месте щука сошла, все. И больше ни одной поклевки. Да и щука подошла. Расшугала всех окуней. В корягах. Уже 2 балансира оторвал. В корягах стоит. Здесь тоже в коряжник заплыл. Желательно прямо там, где дерево растет, кидать. Сами коряги, но там точно балансиры все оставлю. Оп, что-то. Что-то непонятное. Опять новое место поменял, сразу хапнул такой красавец. Такой красавец хапнул. А здесь коряги прям цепляется. Цепляется прямо на счастье все. Здесь надо якориться. Сейчас меня утащит. Я прям чувствую коряги на дне. Только закинул, сразу хапнул. И в коряги потянул. Меня понесло. Понесло. Так-то интересно ловить он. Хоть и редко клюет, но он крупный, окунь хороший. И щука одна сошла еще. Если неудобно с такой катушкой. Такой катушкой. Это же балансирка. Так, надо куда-то мне опять, наверное, искать. Ну, наконец-то плывут. Я вот тут маленько насакал окунишек. Сейчас посмотрим, что они поймали. Сейчас посмотрим. Поди щук наловили. Поди наловили щук. Окунек.
Нет, 8-10, наверное. На балансе. А он? Один окунь. А он в корягах все стоит. Ну, мы там одного поймали сейчас. Коряги стали по краю. А ты прям вперед, по коряге прям стали. Да чем ближе к корягам, тем лучше. Они вот так по корягам стали. Все, вперед. Один на один. Одного? А я думал, у вас там мотор сломался, что-то нет у вас. Думал, вот так гребете, думал. Весло дома одно забыли. Ну, это одна щучка у Вани сошла. Вон какой, видишь, весь такой ровненький. Хорошенький такой, видишь. Такой же. Ну и у Вани щучка сошла одна. И у нее одна ушла здесь прям на балансир. Такая подушка, а этим неудобно спиннингом. Катушка, смотри какая. А у меня одна маленькая за твистером выпрыгнула просто. Ну, да. и даже не схватила. Вот здесь вот коряжник 3 штуки или 2 здесь. Я здесь подплыву 2 выдернул, там подплыву 2 выдернул. Туда плавал далеко, там 2 поймал. Где расширяется там. Ну. Там только коряги с левой стороны хорошие. Ну там были, но там только по коряжнику. О, хватилось. Не ожидал я ее. Ну поймал. Вот такая же тогда и ушла. Такая, наверное, я бы ушла. Балансерчик. Красота. Было бы две. Ну ладно, хоть одна. Хоть это не ушло. Так. Такая штучка у меня интересная. О. Всегда с собой. Ну что, будем ломать? Ребят, я, наверное, неправильно его ломаю. Надо, наверное, вот так его ломать. Оп. Что-то хрустит. О! Теперь я рад. Да я и так был бы рад. Окуням. Но щука еще добавила мне радости. Вот этого я вообще не ожидал. Он что, блесну привязал? Ух ты, какая красавица. Вот так вот. Думаю, дай попробую. Блесну подергаю. Вот так вот на блесенку привязал. Красавица. Красавица. Это уже зачет. Мне сказали, что здесь рыбы нету. Вверху по течению. Рыбы-то есть. Я лучше таких поймаю. Две до три. Ух ты, поломал ей голову. Нормально. Ну вот, уже две щуки до окуни. Блин, взял и голову оторвал. Ну это я с перепугу.
Я не ожидал, что она клюнет. Как я рад, что поеду в Ленинград. Ветерок, да? Ветерок 8 после капремонта. Да. Покупайте ветерок. Не, он никому не нужен. Сейчас все на японцев, на китайцев все перешли. Ну да. Зверский мотор. Зверюга. Ну все, отрыбачили мы, короче, на берег выплыли. В общем, что мне удалось поймать? А? Рыбу свою сегодня отпускали. Ну, Ваня говорит, рыбу они сегодня отпускали. А вот я поймал. Одна такая, наверное, даже... 2,5-то. 2,5-то есть. Ну, точно есть. Ну. Какие хорошие. Ну, наверное, полтора вот это. Больше. Может, больше. Около двух. Ну, и вот такие... Окуньки прямо хорошие. Ну а это... Ну это два, наверное, два с копейками. Ну. Такие вот окунечки. Прямо я доволен. Понравилось мне. Я ехал на окуня. Балансир. А тут и щучка неплохая поклевала. Вот так вот. Еще, может быть, съездим. Все. Всем пока. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал.